телеканале «Россия» продолжают вести Чувашия. В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте. На календаре пятница, 18 февраля. Чувашия второй год подряд стала лидером в стране по самому низкому показателю младенческой смертности. По данным Росстата, показатель младенческой смертности в республике составил 2,6 промилле, тогда как в целом по стране он почти в два раза больше. В Чувашии в числе первых стали внедрять современные перинатальные технологии. Это и создание современных центров замен родильных домов, и передовые методы выхаживания младенцев, и тщательное ведение беременных с различными заболеваниями. Чувашия приняла участие в международной научной неделе «Силы инженерии». На протяжении 7 дней в регионах участниках научно-образовательного центра «Инженерия будущего» проходили интерактивные мастер-классы, семинары со студентами, школьниками, молодыми учеными, а также индустриальными партнерами вузов. Всю неделю молодые таланты генерировали идеи и представляли свои разработки научному сообществу. В Чувашии награды за участие в неделе науки достались Евгению Кадышеву, проректору по научной работе Чувашского госуниверситета имени Ульянова, и начальнику управления научно-технических инноваций ЧГУ Рустаму Александрову. Отмечу, научно-образовательный центр «Инженерия будущего» был создан в Самаре 3 года назад. Уже через год НОЦУ был присвоен статус мирового уровня. В состав входит сейчас уже 6 регионов, в их числе и Чувашия, а также крупнейшие вузы, научные организации и предприятия. Стратегическими индустриальными партнерами являются госкорпорации страны Ростех, Роскосмос, РЖД. Главная идея создания такого масштабного научного сообщества – это развитие технологий и внедрение разработок в разные сферы промышленности. Большое пушистое солнышко. Так волонтеры Чебоксарского пункта передержки ласково называют своего подопечного, сегодняшнего героя проекта «Найди друга» – пса Рыжика. Собака попала в приют 2 года назад и несколько месяцев к себе никого не подпускала. Волонтеры все не могли понять, в чем же причина. Выяснилось, что Рыжика еще щенком посадили на цепь, оттого его сердце и огрубело. Неравнодушные работники приюта взялись за его воспитание. Им удалось найти подход к Рыжуле. Теперь при виде волонтеров пес тут же бежит ласкаться и просится на прогулку. Несмотря на свою яркую внешность, Рыжик хозяином еще не обзавелся. Присмотритесь, может, это будущий член вашей семьи. Рыжик, наконец-то вышел. Молодец. Каждую пятницу в нашем эфире мы показываем фото и видео народных корреспондентов. Что же нового и интересного жителям Чувашии удалось запечатлеть на этой неделе? «Высоко сижу, далеко гляжу». С таким названием это видео прислали к нам в редакцию. Сторожевой пес забрался на крышу дома, чтобы следить за теми, кто подходит к его владениям. А может, просто захотел посмотреть на людей и пожелать им доброго утра. Опасная горка на улице Рождественского в Чебоксарах. Дети катаются на тюбингах со снежной насыпи и попадают прямо на проезжую часть. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».